Как сделать городской округ более комфортным для жизни, решают сами жители. В рамках проекта «Народный контроль» активные химчане проверяют магазины, подъезды и места общественного пользования. Сегодня они вместе с заместителем главы Виталием Турчининовым осмотрели территории вблизи Куркинского шоссе. Первая остановка – фонтан в Барашкинском пруду. 2 года он не действовал, сейчас здесь провели ремонтные работы. Позже появится освещение, и уже на следующей неделе фонтан будет радовать химчан. Также оценили новую детскую площадку на Молодежной. Здесь работы почти завершены. В скором времени она сможет принять детей. Проверили и ход ремонта в доме номер 30 на той же улице. Обратили внимание на необходимость замены освещения и ненадлежащее состояние пандуса. Все замечания пообещали устранить. Боремся за лучший подъезд в области. Вот, и поэтому мы стараемся применять различные технологии, различный дизайнерский подход к ремонту подъездов. Вот, мы будем стараться подъезд завершить в ноябре месяце. Виталий Турчининов дал поручение согласовать нюансы строительства с советом дома и учитывать пожелания жителей. На некоторые моменты владельцы квартир указали сразу. Например, парковка автомобилей находится слишком близко к дому. Близко очень к окнам. Паркуется, ну, сами понимаете, то есть машина, если заведена, то все это в квартиру идет. Всего по губернаторской программе в Химках планируют отремонтировать более 700 подъездов.